Алексей Михайлович, атом, ред, мед, золото. Добрый день, уважаемые коллеги. Понимаю, что сейчас после обеда есть желание закрыть глаза, либо заполнить анкеты разные. Постараюсь быть более активным, чтобы вас немножко разбудить. Доклад посвящен не столько самому информационному внедрению, хотя стоит в разделе автоматизации, да? А в целом организация ремонтной службы, вообще службы создания и организации службы управления основными фондами в урановом холдинге. Сначала вкратко, что такое атомредмедзолото, потому что, может быть, не все знают. Это добывающий дивизион госкорпорации «Росатом». Мы занимаем второе место среди крупнейших мировых компаний по минерально-сырьевой базе урана и четвертое по объему производства. Численность всего холдинга больше 10 тысяч человек, и большая часть из них, почти 8 тысяч человек, работает на основном добывающем активе российском. Это ППВХО, Приазбумское производственное горно-химическое объединение. В конце 2013 года РМЗ 100% выкупила канадскую компанию Uranium One, но для того, чтобы поднять стоимость акций, было принято решение разделения западных активов, нероссийских и российских, то есть на компанию Uranium One, которая управляющая компания тоже сидит в Москве, но они выделены из РМЗ, и РМЗ, который управляет именно российскими активами добывающими. Структура действующих добывающих компаний у нас три. Это ППГХО «Долурих Яган». Есть проектируемый Иконский ГМК. Сейчас проект заморожен, потому что после Фукусимы цена на уран резко упала. И экономическая ТО-кондиция сейчас сделана. Сделан ряд проектных работ, но на сегодня проект заморожен, потому что экономически невыгоден при нынешних ценах на уран. Но в любом случае будет делаться, потому что создана так называемая корпорация развития Южной Якутии, куда входят РЖД, Россети, ряд частных инвесторов, в том числе и мы, потому что, в общем-то, инфраструктура государства уже вкладывается, и, соответственно, вступать уже некуда, если государевы деньги потрачены, рано или поздно все равно проект пойдет. Это лунное, но он на самом деле не проектируемый, он уже действующее предприятие, но совместно с компанией «Золото Селегдара», то есть у нас атомредмедзолото, слово «золото» — это вот фактически на сегодня только лунное. То есть вся операционная деятельность выполняется этой компанией «Золото Селегдара», но мы вкладываем наше вложение в это совместное предприятие, это лицензии, потому что везде, где есть уран, лицензии на недропользование может получить только наша компания. Соответственно, по договору разделения продукции «золото» им, уран нам. Все инвестиции наши только лицензии на месторождение. Все остальное строили и проектировали, и строили они сами. Это УДК «Горное», так называемое малое горное березовое, малое месторождение урана, то есть небольшие объемы. Сейчас это в проекте, потому что не так просто на маленьких объемах сделать проект эффективным и экономически выгодным. То есть пока это проектируемое предприятие. И первая горнорудная компания, пожалуй, самый амбициозный проект «Росатома», это построительство свинцово-цинкового месторождения на новой земле. Также есть сервисные компании, это НИПИПРОМ технологии, наш отраслевой институт, занимающийся проектированием, и с недавнего времени они начали выполнять функцию именно инжиниринговой компании, то есть от проекта до поддержки строительства и поддержки эксплуатации, то есть уже пару проектов таких они сделали. Это РМЗ-сервис, это фактически наш орган полномочный по проведению закупочных операций, закупочной деятельности, и наша собственная буровая компания. То есть очень много и на строящихся проектируемых предприятий геологического бурения, на действующих предприятиях технологического и геологического бурения выполняется в основном подрядным способом на открытых торгах, но мы поняли, что хорошо бы иметь как минимум для снижения цен на торгах, а в идеале выполнение собственными силами, чтобы деньги остались в контуре собственной буровой компании. Это «Росбурмаш». Также «Росбурмаш» выполняет достаточно большой объем бурения на других объектах и на, сколько мне известно, с «Суэком» у них есть договора, и с «Алросой». Вот.
и не буду брать точно вот, где-то в Хабаровске, когда золото добытчиками. То есть внешние договоры они тоже выполняют и вообще приносят нам денежку в копилку, холдинга. Здесь как бы география достаточно разбросана. Наше предприятие действующее основное палубно-пороховод внизу справа вы видите. Это фактически 60 километров до границы с Китаем и Монголией. Хианда – это республика Бурятия. И самая ближняя к Москве, добывающая дочка – это Курганская область, Далур. Ну вот еще появится, я надеюсь, в ближайшее время на новой земле действующее предприятие. Ну, в ближайшее, в перспективе, там, 5-10 лет. Вкратце об основных добывающих точках. Налогово-Долманский район, Курганская область, 2001 года действует именно как предприятие, а не как разведочная группа. В 2014 году произведено 578 тонн урана. Занимается вот одной из первых именно на экологическом чистом методе добычи, это подземная скважина выщелачивания. То есть будут две скважины, одна откачная, другая откачная, и сначала гоняется раствор серной кислоты по малому контуру, обогащается ураном. После этого гоняется уже по большому контуру, и через ионообменные смолы уран там осаждается. То есть, в принципе, такая несложная технология. Хиагда – самое перспективное предприятие. Разведанные запасы – одни из самых крупных. То есть работа этого предприятия обеспечена запасами как минимум на 100-150 лет, даже при объемах более 1000 тонн. Сейчас пока добыча 442 тонны урана. Планы к 2018-2020 году выйти на 1000 тонн урана. Идет активное строительство, и если вот предыдущий там Далур у нас 100% прибыльная компания, то здесь по кэшфлоу достаточно положительная динамика, но с учетом того, что амортизация недавно построенных объектов вложит на себестоимость, пока оно убыточное. При выходе на 1000 тонн однозначно оно будет прибыльным. Сервисная компания «Русбурмаш», я уже вкратце сказал про нее, что достаточно много и геологического, и технологического брения они производят как для наших дочерних компаний, так и на страну. В принципе, одна из лучших, наверное, в России компаний на геологическое бурение, потому что очень сильная геологическая служба, очень много патентов собственных и собственных решений. То есть они будут не только на уран, но и на воду, в том числе и на другие полезные, твердые полезные ископаемые. Наш отраслевой институт один из старейших в Советском Союзе, потому что он фактически разжил, вот вы видели, наверное, недавно выставка была 70 лет атомной отрасли, но фактически вот в 1945 году была опытная лаборатория, в 1951 уже был организован институт. И о чем речь поведу дальше, самое крупное наше предприятие, это Приагунское производственное горно-химическое объединение. Уровень добычи около 2000 тонн варьируется в последнее время, а так проектная мощность его 4000 тонн. Понятно, что запасы сейчас богато истощены, особые варварские методы отработки шли в 90-е годы, когда нужно выковыривали только самые богатые запасы, а в бортах оставляли то, что невыгодно добывать и перерабатывать. Сейчас ковыряемся, в том числе и в этих бортах, потому что, если содержание несколько лет назад было около 1,5%, сейчас около 0,13%. То есть очень низкое содержание. А подразделение по ПГХУ, это рудник 1, рудник 8. Шахтопроходческое управление, дирекция по поддержке производства, это выделенная централизованная ремонтная служба. Вот эти первые четыре подразделения, то, что вошло в пилотный проект внедрения системы, про который чуть позже расскажу. Гидрометаллургический завод, разрез управления Уртуйской, железнодорожный цех, ремонтно-механический завод собственный, который даже производственное горно-шахтное оборудование сам выпускает, культурные, так сказать, подразделения ДК Дауби, ТЭЦ, Центральная научно-исследовательская лаборатория очень сильная,
отдельно военизированный горно-спасательный отряд, то есть во многих горных подразделениях это на аутсорсинге МЧС, у нас это собственное подразделение. Автохозяйство технологического транспорта. Но по решению госкорпорации созданы специализированные компании на уровне госкорпорации, это ТЭЦ, АТЭК, объединенная теплоэнергетическая компания, куда переданы все неатомные генерирующие активы, в том числе и наши ТЭЦ, в управление. В собственности оно в комбинате, но управляет уже весь персонал, перешел в эту компанию, и они занимаются управлением. То есть, в принципе, ну, мне стало легче, потому что и горнякная энергетика одновременно это сложно. То же самое с автохозяйством технологического транспорта передано в управление специализированной организации «Альянс Трансатом». Ну, вот перечень основного именно горно-шахтного оборудования, которое является для нас наиболее критичным, наиболее сложным, с которым, ну, скажем так, простое данного оборудования мы ведем под особый, держим под особым контролем, потому что именно это оборудование приводит к потерям производства. То есть если по основным стационарным объектам, в том числе гидрометаллургический завод, у нас потерь как таковых нету, даже при крупных остановках, потому что, как я уже говорил, комбинат спроектирован на 4000 тонн, сейчас выполняем 2000 тонн, то есть у нас по мельницам 4 мельницы, реально нам нужна одна. То есть идеальный вариант для нас одну сейчас вывести из эксплуатации, к чему мы, собственно говоря, и пойдем. Одна будет в резерве, другая в ремонте, а третья в работе постоянно. При этом мы можем спокойно себе позволить не гнаться за сроками ремонта, а делать его с минимизацией стоимости, там 3 месяца, 4 месяца, сколько надо, но именно с минимизацией стоимости. А вот именно вот эти машины, то есть основное это ПДМ 62 штуки, вот они работают, условия эксплуатации таковы, что они работают, каждая машина в своем блоке. И наклонных штреков по проекту в этих блоках нету, она не может переехать в другой блок. И цикл бурения, взрывания, откатка, он при отказе какого-то оборудования, буровой либо ПДМ, он нарушается. Мы теряем как минимум смену, потому что, ну, машины работают смену, ну, максимум час. То есть 3-4 часа в сутки – это нормальная работа машины. Остальное время она отъехала в сторону, горнорабочий пересел на буровую, пошел бурить. Потом пришли взрывники, взрыв, проветривание, в это время происходит пересменок, приходит уже другая смена и так далее. Соответственно, если машина встала, взять откуда-то, пригнать в течение короткого времени новую машину, не взять от резерва, ее неоткуда. То есть мы теряем смену, фактически цикл теряется. И делали расчет по маржинальной прибыли, потери при простое ПДМ именно сутки порядка 150 тысяч рублей. То есть мы тут четко знаем, сколько нам стоит эти простое. Ну и как бы предыстория самого проекта, то есть это даже не проект, это программа. В 2011 году на ППТУХ был инициирован проект внедрения ЯМ-системы, но как холдинг решил, что комбинат не готов, автоматизировать бардак смысла нету. ТЗ было написано там порядка на 15 или 12 страничках. Под этот ТЗ мог выйти кто угодно и сделать что угодно, потому что у нас есть стандарт закупок, все торги проводят открытым способом. И с одной стороны это хорошо, это прозрачно, с другой стороны, ну, пример с оборудованием, да, я хочу купить там надежную технику, которая у меня будет 5 лет ходить. Я всегда пишу там «ЛАЖ-201», но я должен написать слово «или аналог». Я не имею права написать, не написать его. Но это стандарт госзакупок. Соответственно, любой поставщик говорит, что у меня 100% аналог, в ТЗУ указанные требования на приемку, он проходит с китайской машиной, которая стоит там в 3 раза дешевле, а он на торги ее выносит по цене чуть ниже «Санвика», а «Санвик» не может опуститься. И в результате, как вы уже видели, вот несмотря на то, что вот недавний упор у нас создана, разработана техническая политика, один из принципов – это минимальная совокупная стоимость владения и унификация оборудования. Парк достаточно разрозненный. Это и французские аромайны, и макроскопы ЛАЖ-201 и ЛАЖ-203 «Санвик», это и собственного производства ПТ-шки, но и китайские машины, в том числе, каким-то вот образом попадают в этот перечень. Хотя, в принципе, наш принцип был
изначально в хорошие времена до кризиса, что мы на узкозахватную технику берем французов Арамани, на среднезахватную берем Тора, Сандвик. Там, где есть возможность работать на электрической тяге, работаем на машине собственного производства по D2. Но конкурс есть конкурс. Ну, продолжу. После октября 2011, когда ДЗО не дали возможность реализовывать этот проект, я пришел в холдинг в феврале 2012, как раз именно по решению холдинга, что надо развивать направление, но как развивать, что делать в ППХ, может быть, и знали, но недостаточно хорошо, а в холдинге тоже этот вопрос никто решить не мог, поэтому появилась такая должность, как директор по управлению основными фондами и технической политикой. И, в общем-то, первое, что я сделал, это сделал некую диагностику, оценку состояния, разработал целевое состояние и программу перехода к этому целевому состоянию. В принципе, я не могу сказать, что целевое состояние равно ПАС-55, потому что тогда не было ИСО 55 тысяч, но многие моменты я, конечно же, брал оттуда. Вот. И следующим шагом была разработка программы, именно переходы. И первый проект крупный мы планировали сделать до внедрения ямы, то есть чтобы не автоматизировать бардак, а сделать некую уже готовую модель, понятную для всех, к чему мы хотим прийти, какие у нас цели, разработать технические задания, именно собрать требования целевого состояния. В частности, мы к этому сделали несколько подпроектов, это изменение процессов и планирование ремонтов именно бумажных, там процесс приоритизации, процесс защиты. То есть в 2012 году бюджет ремонтов на 2012 год был защищен только в мае 2012 года. Потому что практика была такая, пока бюджет всего предприятия не защищен, отдельные разделы бюджета не могут быть утверждены, а соответственно закупки на услуги, на запчасти тоже не финансировались, их не подписывал финансовый директор. В результате это привело к тому, что в августе 2012 года крыша на ТЭЦ рухнула. Хотя в плане ремонтов это было на 2012 год, но торги состоялись поздно из-за того, что почти полгода был бюджет заморожен. Также мы поменяли оргструктуру, но в связи с тем, что организационная структура в целом комбината был инициирован проект ее изменения, мы потом как бы влились в тот проект, как группа рабочая. И, соответственно, наши предложения по изменению оргструктуры были на тот момент не приняты. Также было создано некое подобие, некий прототип ЕАП-системы самописной. То есть то, чего не хватало в первую очередь, это система учета простоев и отказов. То есть чего мы хотели в первую очередь видеть, то есть я хотел, это статистику отказов. То есть каждую оперативку, каждую неделю невыполнение недельного плана аргументировалось с производственниками из-за отказов оборудования. Если раньше производственников уже спрашивали, потому что это как бы ремонтные службы всегда подчинялись производствам, то с февраля 2012 как бы вот директор по производству я, мы стояли в одном уровне подчинения исполнительного директора, начали спрашивать меня. Соответственно, не обладая оперативной информацией, мне, собственно говоря, и нечего было ответить, поэтому был инициирован данный проект. Далее, в июле-августе 2012 года у нас совместно с McKinsey была большая программа развития формировалась, они нам помогали, не бесплатно, конечно. Именно до 2020 года была сформирована так называемая СПР, среднесрочная программа развития. И в рамках этой программы развития был инициирован набор проектов, в том числе по моему направлению, среди которых был и проект по ЯМ-системе, в которой мы рассчитали предварительно, что пилот на рудниках и ШПУ будет стоить там порядка 90 миллионов рублей без привязки к какой-то системе, просто вот экспертно расчет. Потом развитие, в том числе онлайн-интеграции с ERP 2014-2015 год, мы планировали где-то порядка 115 миллионов. Эфир для расчета NPV был заложен порядка 192 миллионов, то есть это порядка 12% от бюджета ремонта. Но эффект мы планируем начать получать только с 2017 года, потому что сначала не все сразу системы начинают работать, она не может давать эффект сразу. В декабре 2012 года мы включили только в НС-программу 2013 только пилотный проект, то есть только 90 миллионов, и, собственно говоря, начали готовиться к конкурсу.
Ну, вот здесь многие говорили, что вот надо выбрать систему. Мы пошли другим путем, о чем вот Дмитрий говорил вчера. Все системы примерно одинаковые. Вопрос о деталях. В деталях как раз везде аутсфит. Поэтому мы пошли по другому пути. Мы сказали, что приходите с любой системой. Вот конечное решение в КЗ написано. Есть также сценарий, где мы пример. Покажите, как вы его реализуете. Понятно, что там за 4 недели, которые были даны потенциальным поставщикам услуг, подготовить 100% исполнение нельзя. Поэтому было разрешено, что если это не стандартная функциональность, вы такой-то шаг, где мы пример, не можете показать. Под протокол скажите, сколько вам человека дней нужно разработки на эту функциональность. И конечное решение фиксированное цена. Соответственно, под протокол мы имели записано, что вот эта функция реализуется, но реализуется разработкой, конечная цена при этом не меняется. Все. Это же легло потом дополнение договора. На конкурс вышли 5 участников. К сожалению, вот мы звали и САП, они посмотрели на ДЗ, посмотрели, сказали, нет, ребят, тут такой бюджет, мы можем это сделать, но бюджет будет раза в 3 больше. Звали, ну, у нас ERP-система такса, то почему-то вот тоже не вышли. Ну и основные конкурсанты, между которыми был разыгран конкурс, и была такая драка, это 2 участника с Максима и один сам АББ, сам вендор вышел со своим продуктом АББ Липс. По цене Липс был чуть-чуть подороже, но так как у нас были критерии, кроме цены, еще критерии команды, то есть, я уже говорил, можно из дорогого продукта сделать ерунду, а можно из хорошего сделать конфетку, из простенького сделать конфетку. Все зависит от команды. Поэтому требование было команде, это опыт работы, выполнения аналогичных проектов. И самое главное, это был один из критериев, что это не просто айтишники, должны быть люди из производства. То есть любого производственника можно научить настраивать систему. А сделать из настройщика производственника гораздо сложнее. Поэтому, собственно говоря, я считаю, команда у нас была достаточно сильная, и проект поэтому можно считать достаточно удачным. В октябре 2013 года был подписан договор. Точную цифру не говорю, но говорю, что она была меньше, чем 90 миллионов, потому что была в начале максимальная цена, идет редукцион, предложения любые, они идут ниже. В феврале 2014 года, когда шло внедрение, решение управляющего совета проекта было заморожено на 3 месяца по причине неготовности базы данных по оборудованию, нормативам, по вине, по ПГХО. То есть мы планировали к февралю уже загрузить всю иерархию, хотя несмотря на то, что у нас в апреле в проекте подготовки уже была база данных по горно-шахтному оборудованию, их разузлов, коренные причины отказов встали на технологических картах. Но, в принципе, к удорожанию это не привело, потому что у нас фиксированная была цена, мы просто консультантов попросили на 3 месяца уехать, доделали вот эти все вещи сами, и через 3 месяца проект возобновился. В итоге проект был завершен и сдан в промышленную эксплуатацию в декабре 2014 года, то есть менее года назад. Бюджет проекта выполнен на 100%, никакого отклонения. Сроки превышены на 4 месяца, то есть это где-то порядка 30% отставания от плана, что в принципе критично, но не смертельно. То есть у меня КП было стояло в 2014 году запустить, мы запустились. Немножко по подготовке, то есть именно какие процессные организационные изменения были внедрены в компании до того, как было принято решение, какую систему внедряем и вообще внедряем ли. То есть, как я уже сказал, сначала бюджет планировался бюджет ремонта защищался только после защиты бюджета всего комбината, а это происходило очень поздно, что приводило к определенным проблемам. Также до этого данные по ERP-системе Аксапта и данные по Excel-файлам, по факту, которые собирались службы ремонтов на месте, они всегда отличались. И это в результате приводило к тому, что перерасход бюджетов был порядка 100-170 миллионов рублей ежегодно. Оказалось, что это, в общем-то, собственно, УПР, которые шли на хозспособ. То есть у нас по учетной политике фонд оплаты труда учитывается в бюджете ремонтов, и, соответственно, на собственные силы вешаются еще УПР. То есть помимо нормы ЧАД есть еще внешние затраты, которые также туда ложатся.
Собственно говоря, ремонтники на ПБКХ этого считать не умели, и поэтому, когда они контролировали факт исполнения общего бюджета, то вот ровно на эту сумму и ошибались. Нет и не было, ну, на тот момент не было привязки плана работы к ГПЗ, годовой программе закупок. То есть, опять-таки, по нашему стандарту закупок, предварительная программа закупок на следующий год должна быть на сайте госкорпорации размещена, по-моему, до 1 октября, там, до 1 ноября. До 1 ноября. Соответственно, когда мы поменяли форму, ну, Excel-форму, добавили столбец номер годовой программы закупок, позиции, чтобы напротив каждой работы люди прописывали, и мы видели, могли потом проверить, что лишнее, что действительно привязано к работам, ни одно подразделение с этим упражнением не справилось. Оказалось, что план ремонтов сводит по подразделению главный механик подразделения, а потребности в ГПЗ участки сдают независимо, в сроки гораздо раньше, чем создается план ремонтов, причем дают уже сразу в МТС и К. То есть две службы друг с другом вообще не дружили, и поэтому, ну, цифра, я думаю, здесь не написана, но где-то порядок более 1 миллиарда остатков на складах замороженных. Вот результат. А часть работ не выполнялась, потому что то, что нужно, оно как-то вот забывали заказать. А с учетом процедуры закупок, от потребности до прихода в Краснокаменск, это удаленный все-таки край, плюс сама процедура закупки размещения на торгах, плюс заморозка после выигрыша торгов порядка месяца договора, опять-таки по процедуре, потому что кто-то может оспорить. То есть это где-то около 100 дней. Понятно, что то есть я очень уважительно отношусь к диагностике, но, как правило, диагностика выводит предотказное состояние за, ну, максимум за месяц. А мы что-то купить можем только за 3. Соответственно, либо нам надо четко понимать, какой аварийный страховой запас мы должны создать, переходя на обслуживание состояния. Либо, вот как сейчас, мы, в общем-то, этим способом не очень пользовались, к сожалению. Хотя я считаю, что там следующий шаг развития – это создание централизованной службы диагностики, это обязательно. Она есть частично на базе ЦНИЛ, но там пока только диагностика масла. Также было уменьшено количество этапов согласования, и согласование бюджета выведено на уровень холдинга. То есть предварительно согласовываются в комбинате, потом вот сейчас, в середине ноября, они должны прислать документы в холдинг, и управляющий совет, созданный специально для этих целей, куда вхожу я и финансовый директор холдинга, должны утвердить бюджет как предварительный. Потому что после утверждения бюджета по ПБХ, естественно, он может быть корректирован. Но право на закупку и услугу ТМЦ уже дано сейчас. Они могут уже сейчас начинать контрактоваться сразу после того, как получат мою подпись, что бюджет предварительно утвержден. Что не смогли реализовать? То есть, как я уже сказал, несмотря на то, что в форме годового плана добавили столбец номер ГПЗ, ссылку на номер ГПЗ, номер заявки в WhatsApp, данные поля только ТЭЦ и ЦНИЛ, всего 2 подразделения заполнили. Почему не заполнили остальные, я сказал. Делали разные люди, они друг с другом не разговаривали. Также вопрос состоял в том, что если мы хотим делать весь план ремонтов, который вся потребность есть, то это порядок 3 миллиардов на комбинат. А бюджет больше 1,5 никогда не давал. То есть в 2012 году самый максимальный был бюджет 1,6 миллиарда. Поэтому задача приоритизации стояла остро, как это сделать, как это выполнить. Поэтому один из подпроектов это было создание матрицы рисков. То есть изначально мы сделали как пилотный проект на ТЭЦ по, ну, по всей правилам, по всей этой методике. То есть есть главный агрегат, у него есть узлы, на каждый узел отказ от узла привозит к узлу агрегата, либо не привозит, поэтому веса на каждый узел были расставлены. На каждый узел есть контрольный параметр состояния, каждый параметр состояния влияет на отказ тоже с определенным весом. И также граница нормального состояния была создана бальная оценка от 0 до 4. То есть, соответственно, вот эта вот матрица рисков, чтобы ее составить шаблон и завести в программный продукт, понадобилось почти полгода и работы. Ну, рабочая группа изначально была около 20 человек сотрудников ТЭЦ, но в конце она сократилась до 3, ну, не считая программистов. Почему? Потому что каждый свой узел, ну, грубо говоря, если мы берем котел либо турбину, распределяем, начальник участка знает только свой узел, а как он влияет на остальное, он уже не знает. И на все
ТЭЦ, только три человека могли расписать вот эту матрицу целиком. Только их квалификации на это хватило. Поэтому, в общем-то, тест был проведен успешно. Я понял, что если мы хотим таким образом посчитать все по ПГХО, ну, это надо будет лет 10 и оторвать человек 15 самых квалифицированных людей от работы на все это время. Поэтому мы пришли к выводу, что мы оставляем эту матрицу рисков, мы оставляем понятие категории ущерба и индекс технического состояния, но индекс технического состояния считать расчетным мы не будем. Мы будем его назначать экспертно. Каждый начальник участка, который назначает экспертно, он эксперт, он специалист, он за это отвечает. Просто если раньше я мог проверить, то сейчас у меня такой возможности нет, но приходится доверять. Но в противном случае мы этого не реализовали. Теперь, соответственно, весь бюджет ремонтов, мы заводим матрицу рисков, то есть здесь по количеству работ, просто пример для ТЭС приведен, так, по, если по количеству работ, по бюджетам, и, соответственно, мы делаем отсечение, и при защите на бюджете, на бюджетном управляющем совете подписывается в том числе в протоколе пункт, что мы как управляющая компания, как холдинг, принимаем риски невыполнения этих работ, мы их видим на матрице рисков. Мы видим, сколько работ, мы видим количество этих работ, стоимость этих работ и каким ущербом они могут привести. Поэтому это подписывается под протокол, это дало, ну, во-первых, и нам понимание, как управляющей компании, к чему приведет еще более жесткое снижение бюджетов. Так дало, собственно говоря, развязало руку и механикам. На местах они теперь не полностью за все отвечают, они разделяют эту ответственность с нами, с холдингом, ну и с финансовыми службами в том числе. Ну, еще добавлю, что просто такой отчет, матрица рисков, в том числе в ЯМ-системе, у нас тоже реализуем. Но опять-таки тоже это экспертные просто поля для оборудования категории ущербов и индекс технического состояния, которые не расчетные, а экспертные. Потому что, как я уже сказал, получить расчетно мы знаем как, но реально это очень трудоемко. Система учета простой. Вот, в принципе, коллега очень интересно рассказывал, как они реализовали собственную систему вчера. Но мы пошли по похожему пути. Мы сделали это, как я уже сказал, с первой целью, чтобы на каждой оперативке мне было что ответить по поводу этих простоев. И со второй целью, чтобы просто людей приучить к какой-то автоматизации. И были, в принципе, достаточно поражены, потому что я просто помню проект на Рейском никеле 2005-2004 год, где более 30% механиков участков и начальников участков горных мастеров просто не имели компьютерной грамотности. Сейчас, вот обучив 180 человек, вот, ну, вот этой системе прошли 180 человек, это и механики участков, и горные мастера. Всего, по-моему, 3-4 человека не умели пользоваться компьютером. То есть вот уже был результат, понятен для нас, что ЯМ-система для нас уже не так страшна, мы ее победим. А было как? Где-то. Сейчас попробую вот красную вот эту. Не получается, чтобы просто интернет аудитория, а вот. То есть было, мастер участка ведет форму на участок вручную сам, получает аудиоинформацию от бригадира снизу, что там случилось с машиной, передает диспетчеру для формирования сводок и отчетов, а тот уже передает директору рудника, а тот уже на оперативке докладывает и докладывает так, как ему хочется. То есть одна заинтересованная сторона, ремонтник, здесь вообще никак не участвует. Потому что мастер участка, это, ну, и горный мастер, не механик. Поменяли систему следующим образом. Разработали табель учета работооборудования, то есть некий чек-лист, который выдавался перед сменой каждому оператору машины. Соответственно, на бригаду там два таких чек-листа, на ПДМ и на буровую. Фактически там ничего особенного писать не надо, надо было просто поставить галочку и время простое по той или иной причине. Далее чек-лист в конце смены сдавался мастеру участка, мастер участка вводил в систему наработку и простой, его причины. Ну, сейчас дальше следующий слайд будет показан классификатор, то есть опять-таки не руками, были созданы классификаторы всех видов простоев и коренные, до уровня коренных причин от простоев, связанных с отказами. Далее механик участка для всех простоев, связанных с неплановым ТАИР, то есть там был код ТАИР неплановый, соответственно, это отказ.
уже механик участка должен был ввести в этот отказ коренную причину и после выполнения работ по устранению закрыть этот отказ. Соответствующим образом вся статистика по времени простоев и коренных причин у нас велась. То есть любая отчетность по запросу была доступна, мы могли видеть, какие у нас коренные причины, на каком типе оборудования, могли делать фильтр по моделям, по типу, часть отчетов, в том числе для оперативки. И доклады генерального директора холдинга были тоже сформированы. То есть в первое время оперативки проходили так. Начальник рудника начинает говорить, что у него стояла машина, поэтому он не выполнил план. Не открывал на iPad этот отчет и сразу спрашивал, ребята, подождите, у вас машина стояла по технологической причине, потому что был родоспуск забит, а не потому что ремонт был. Ну там еще что-то сломалось. Верстоп сломалось на другой машине. То есть получилось так, что у меня как бы через ВКС в режиме в Москве было больше информации, чем у него там. После второй уже оперативки врать перестали. Еще недели 4 мы выводили этот слайд, потом уже просто сказали, ну ладно, тут у вас все хорошо, больше не надо. Ну нет, Алексей, это форма отчета. 5 минут у вас. Хорошо. За 5 минут сразу предупреждение ложусь. Вот примерно такой был вид справочника, то есть вкратце расскажу, сами простое, характеризовались вид простое, ремонт, технология, организационный, тип плановый, внеплановый, для ремонта плановый, неплановый, для технологии и организационный, они все внеплановые. Под каждый, под тип, если это плановый, ТО1, ТО2, ТО3, капремонт, внеплановый, видимые признаки отката классификатор, каждый для своей модели оборудования был создан. Для технологического, плановый, неплановый, тоже был для типа оборудования понятен, разработан. И это делалось как выпадающий справочник. То есть человек на ПДМ электрическую не мог выбрать отказ системы топлива, например. Да? То есть ошибка от дурака была сделана отлично, к сожалению, потом я в систему нам вложенный справочник перенести не смогли, потому что я просто пытался это сделать в свое время и в САПе, и в Максиме нигде это почему-то не делается, к сожалению. Хотя это очень серьезная защита от дурака. И, как показал первый же вывод отчетов, фактически большая доля, львиная доля – это технологические плановые простои. Но, как я уже сказал, уже это специфика технологии такая, что машина, работая в забое, может либо откатка, либо бурение, либо взрывание. Ее нельзя перегнать в другой забой, чтобы она работала. Поэтому КИО 03 – это нормальный КИО для этих технологических условий. По типам оборудования, по случаям, то есть все это мы видели. Также, что следующий шаг? Мы изменили мотивацию ремонтного и персонала операторов. То есть была создана матрица, которая потом легла в основу. То есть по каждой специальности, какие виды нарушения, на какой процент наказания. В том числе внесли как наказание незаполнение, либо внесение неактуальной информации в систему учета простоев. Потому что без этого заставить людей носить честно и постоянно было сложно. За это, да, наказывали жестко, и были конфликты с директорами рудников. Почему я должен его наказывать? Он не руду добывает, а ты его за своей бумажкой наказываешь. Это не бумажка, это статистика. Зато потом, когда они спрашивали обосновать то или иное там диагностическое оборудование, закупку или еще чего-то, я брал эту статистику и показывал. Вот у тебя простое внесено на 5 копеек, а это стоит там миллион. Фиг тебе. Ну как же, у нас же это все там стояло, я говорю, а где? То есть еще следующий шаг. Это стало единственным источником информации для донесения на уровень там, холдинга, для донесения на уровень там, генерального директора и принятия экономических решений, в том числе по инвестициям. Соответственно, когда потом просили у меня согласуй включение в НС-программу еще 5 машин, я говорю, подожди, у тебя все нормально, все надежно. Ну как же они стоят? Я говорю, я этого не вижу. Пока я этого не увижу, ничего я тебе не согласую. И, кстати, я немножко пропустил по плану годовому ремонт по регламенту. Мы еще что сделали? Мы связали капекс и опекс. То есть, если я видел, что у меня капремонт машины стоит там, больше 80% от новой, просто я вычеркивал с плана ремонтов, ставил в план списание на какой-то там месяц, до отказа она фактически работала, потом списывался. А план инвестиций ставил новый.
Поэтому, в принципе, график и опекс обязательно должен быть связан. Как раз то, что называется планом управления основными фондами, на самом деле достаточно просто. Просто свяжите капекс и опекс. Ну и опять-таки на май месяц мы сделали некую диагностику, то есть, ну, это не ПАС 55 в чистом виде, у нас всего лишь 12 основных критериев, блоков систем управления основными фондами мы сделали. Это система годового планирования, система оперативного планирования, система учета отказов неисправностей и выполненных работ, система контроля качества, агарные и гаражные площади, инструментальные средства механизации, система диагностики, система учета обмена, введения обменного фонда запчастей, система управления персоналом и подрядчиками, система нормативно-технической документации, информационная система, система анализа. На май 14 у нас еще ЕАМ-система не была внедрена, но как промежуточный проект сказать, мы сейчас бардак автоматизируем или у нас где-то уже все-таки справилось. Мы сделали повторную диагностику и, в принципе, посмотрели, что ряд направлений действительно были улучшены. Централизация ремонтных служб. Изначально, конечно, я не хотел делать это огульно, то есть первая задача была бы сделать автоматизацию, а потом на основании данных систем посчитать, какие специальности мы можем централизовать, потому что они редко используются на одном участке, но в целом нужны какие-то, может быть, вообще отказаться вывести на подряд, а по каким-то, наоборот, нарастить людей. Либо также переобучивать, чтобы люди овладевали смежными специальностями. Но у нас сменилось руководство, был жесткий нажим на то, чтобы можно сокращать численность, и поэтому мы немножко побежали впереди паровоза. То есть мы не на основании системы принимали организационные решения, а мы потом системой догоняли те негативные факты, которые возникли из-за этих организационных решений, и их смягчали. В частности, 333 человека было сокращено по ремонтной службе, из них 37 человек УТР. В результате, потом мы перейдем к графику учет простоев, это и централизация службы, это вызвало всплеск простоев в первые месяцы очень серьезно. Но потом за счет системы и возможности оперативного планирования мы это сгладили. Но опять-таки, не то, что мы посчитали, потом приняли такое решение, а нам пришлось догонять это решение, потому что оно было продавлено сверху. И, соответственно, потом лечить то, что, к чему это привело. Также была в рамках проекта изменения оргструктуры всего комбината, изменена в том числе оргструктура ремонтной службы. То есть служба главного инженера, ему подчинялось управление основными фондами технической политики, фактически это те люди, которые, в которых есть как раз отдел надежности был введен, которые занимались анализом отказов и неисправностей, анализом план фактов по работам, и в том числе там был сметный отдел, пересматривали нормативы работ, отвечали за сводный годовой план и за контроль его ежеквартально, чтобы не было квартала превышения бюджета и так далее. То есть планировщики, но по-крупному. ДПП, департамент производственного, подготовка производства, то есть это фактически централизованная ремонтная служба, и производственные подразделения. Соответственно, между ними была разведена ответственность, разделена, но по факту и подчинение у них было разным людям. ДПП и СГИ, они, ДПП как отдельное подразделение подчинялся генеральному директору изначально, служба главного инженера, вот это управление подчинялось главному инженеру, а производственное подразделение производственному директору. То есть опять-таки разделение по циклу 50. Но потом, так сказать, жизнь немножко поменялась, человек, который отвечал за именно организационные изменения, ушел, часть вещей были сделаны, может быть, некорректно, и это вызвало не антагонизм к вообще всем предложенным им решениям. Также главный инженер, который действительно у нас был главный инженер с большой буквы, но тоже не выдержал стресс, человек ушел на пенсию, уехал из города, и поэтому исполнять обязанности был поставлен директор по производству. Вот как-то вот он уже полтора года исполняет обязанности, поэтому у нас опять-таки главный инженер, директор по производству, снова одно лицо. Ну и потом уже дополнение его замом сделал технического директора, которому теперь подчиняется и ДПП, и управление основным фондом. То есть все равно одного человека. Но
В целом, вот эти директоры управления и директор вот этого подразделения, они на одном уровне. Один другому не может приказать. Это главное. Потому что только в таком случае мы можем добиться планов на пределе возможностей. Потому что в другом случае вы будете делать комфортный план, не напрягаясь его выполнять. А только так мы можем добиться вот, действительно планирования на пределе возможностей. Также был проведен анализ КПЕ, который вообще применяется в мире, и ряд КПЕ был предложен для системы мотивации именно ремонтного персонала ДПП. Изначально мы выбрали не КТГ, а именно время простоев из отказов. Ну, я уже объяснял, да, что у нас машина работает 3 часа в сутки. Соответственно, если мы ставим КТГ, ну, это не показатель. И плюс повышение КТГ – один из самых простых способов, временный, да, на коротком участке времени. Это не выполнение ППР. Не выполняет ППР, у него КТГ растет и получает премию. Зато потом у него все вывалится. А именно простое из-за отказов для нас самые болезненные, поэтому это самый важный показатель. Также было включено это время простоев при плановых ремонтах. То есть если мы запланировали на ремонт пересменок, то есть машина стоит ПДМ, потому что бурит, соответственно, он должен прийти за это время бурения выполнить ППР. Потому что когда ей нужно будет идти уже по плану работ, то есть выполнение ремонтных работ только в технологические перерывы. Это чтобы это не влияло на КИО. И, соответственно, если он выполняет это за время больше, чем по регламенту, то, соответственно, тоже за это должны наказывать. Но сейчас, опять-таки, жизнь немножко поменялась, и в результате мы оставили 50% это время простое оборудование из отказов, 50% это выполнение производственного плана по металлу. То есть это одно производственное настояние, чтобы была мотивация на, именно на работу машины. В принципе, тоже работает достаточно, я считаю, правильная мотивация. Но нам угроз также осталось, как и было, это нарушение за эксплуатацию, потому что статистика показала как коренную причину очень много отказов из-за нарушения эксплуатации оперативного персонала. И то, что вот было в 2012 году и сейчас, в том числе за счет централизации, мы обучили в оперативном персонале, в каждой бригаде есть человек, да, он горнорабочий, но у него есть корочка следствия третьего разряда, и мелкий дефект он делает сам. Когда он делает сам, у него потом уже в голове что-то переключается, он уже технику не гробит. То есть, ну, это вот то, что в ТПМ, но как автономное обслуживание, это как бы обязательно должно быть. Ну, вкратце не буду я тогда сейчас быстро, время, я так понял, уже в минус, да, пошло. Я просто Дмитрия беру пример. Вкратце расскажу про проект. Вот цели, задачи, да, как всегда, снижение выделенных затрат, повышение работоспособности парка, определенных задач, в том числе автоматизация планирования и так далее, не буду долго останавливаться. По результатам работы системы за 6 месяцев. Здесь показан бюджет ремонта содержания только по оборудованию. Здания, сооружения и горной выработки, то вот он не охватывались, я их не показывал. То есть мы видим общий тренд на снижение затрат в выполненном подразделении. Результаты также работы по затратам уже по полугодию. То есть, в принципе, ну, эта презентация готовилась, вот эти слайды, для инвесткомитета, потому что у нас любой проект проходит две точки постинвестиционной фазы, С1 и С2. То есть мы должны показать, что мы до заявленных результатов экономики А достигли, и Б уже зафиксировать их как утвержденные, в том числе в планах следующих лет. Уже что вот эти вот эффекты, они будут включены в бюджеты следующих лет. То есть точку С1 на прошлой неделе инвесткомитет подписал, то есть будут показаны примерно результаты эффекта. Они защищены как предварительные, потому что этот год не закончился, и бюджеты мы еще не подвели. У нас все может случиться, в декабре будет огромный скачок, не дай бог, и заявленные параметры не будут выполнены. Пока тут-тут-тут все как бы параметры, которые мы заявляли, пока выполняются. Даже лучше, как я уже говорил, мы заявляли изначально в паспорте проекта, что мы эффект будем получать с 2017 года. Мы его уже получаем сейчас. Но, опять-таки, может быть, это и потому, что мы нагоняем принятые решения и исправляем те ошибки. Может быть, поэтому. Вот статистика по отказам. Если вот сейчас возьму красную вот эту штучку, покажу.
То есть с 2013 года, с апреля, введена в эксплуатацию ОСУПО, вот эта самописка, то есть с этого момента мы получаем детальную статистику по отказам по месяцам. То есть мы видим, что самые тяжелые месяца, здесь только ПДМ приведены, как я уже говорил, самые критичные для нас оборудования с точки зрения потерь на простоях. Потом, в том числе за счет того, что была работа по статистике, была работа с персоналом, внедрена вот эта матрица рисков, ответственности, и начались реальные наказания, в том числе горнорабочих за нарушение правил эксплуатации. Это привело к снижению, мы вышли на меньше, чем 1000 часов на парк оборудования в месяц. Потом в результате централизации, сокращения 330 человек, у нас пошел скачок. Мы вышли почти на 5000 часов в месяц, это огромный простой. Ну, здесь падение, оно на самом деле эффективное, потому что когда сменилась система и вместо АСУ-ТАИР появился там ЛИПС, да, людям изначально первый месяц из-за неудобства интерфейса они просто реально не вносили данных. Но потом, вот начиная с марта, я считаю, у нас полностью все исправилось, и мы вышли на тот уровень, в среднем примерно, на котором были тогда, когда у нас было на 300 человек больше и почти на 250 миллионов больше затрат в год. Здесь показана вот эта сумма, да, она родилась как 1 755 000, как фактические затраты на ремонт и содержание по пилотным этим подразделениям, два родника ДПП и ШПУ, умноженный на коэффициент инфляции 16,4. Это официально доведенный госкорпорацией коэффициент для учета инфляции в 2015 году. Соответственно, мы могли бы, если бы ничего не делали, у нас затраты были бы вот такие. 1 750 000. Сейчас прогноз, ну, подтверждается, он, вероятнее всего, подтверждается, это 1 258 000, то есть больше, чем на полмиллиарда, полмиллиарда практически рублей. А как я уже сказал, фактор снижения — это снижение численности, почти 200 миллионов на фонд, но так как это было решение принято до внедрения системы, то я его не учитываю как элемент влияния системы. Это потери из-за отказов. То есть, если бы мы ничего не делали и вышли на, даже бы, вот как это показано, до 5000, я беру не 5000, я беру, что мы были бы на уровне 2,5 тысячи часов простоев. То есть это выше среднего уровня за прошлые годы на 1000 часов в месяц. А по факту мы были бы, может быть, больше. Мы потеряли бы 75 миллионов. Именно, ну я уже говорил, 150 тысяч — это суперпростой одной машины. И сокращение на запчастях 319 миллионов. Здесь я считаю, что половина просторы, то, что мы сократили простое, 50% зоны влияния системы. Потом покажу просто ответы конкретно вот планировщиков, почему. И экспертно оцениваю, что, ну, порядка 10% на ТМЦ. То есть, ну, система, которая стоила, ну, меньше 90 миллионов, я считаю, что она в этом году уже даст отдачу порядка 58-60 миллионов. Ну, скажем, вот просто слова конкретных людей. Если раньше годовой график планировщики вот этих подразделений тратили около 2 месяцев, сейчас они формируют за неделю. Высвобождение, в том числе на оперативный график, тоже в 4 раза на ежемесячное время тратить стали меньше. Это время они стали тратить на ресурсное планирование, за счет чего они стали более грамотно помогать начальникам участков ДПП, на механиком участке, распределять свои ресурсы и успевать делать не только внеплановые аварийные работы, потому что это говорили, мы не делаем ППР, потому что нас обрал, мы не успеваем. Но они стали теперь успевать. Плюс мы еще добавили туда регламент, что за 2 недели до проведения ППР механик должен прийти, сделать диагностику, органолептическую в основном, да? Но все равно это тоже метод диагностики. И создать рабочее задание на внеплановую работу на тот же дату, когда придет ППР. То есть у него сразу в один день приходит делать и ППР, и устраняет неплановые дефекты, которые он нашел. Ну, не буду цитировать выражения людей. Также не финансовая оценка, то есть паспортные характеристики на все объекты, не только горно-шахтное оборудование, на все стационарное оборудование введены и представляют единую иерархию. Ведется информация по нормативам на все плановые работы. Кроме ППР мы сделали еще на часто встречающиеся внеплановые работы нормативы. То есть если мы знаем, что у нас в среднем каждые там
1500 часов наработки вылетает ГСТ, мы создали ее как плановую замену ГСТ. Просто для цели планирования. Она не обязательно, но для цели планирования и чтобы заказать эту запчасть. В годовой программе закупок она у нас есть. Ну, также по всем крупным агрегатам, вплоть до капремонта отдельно ДВС на 3000 часов. Капремонт всей машины 3600. В том числе разделили элементы на более мелкие для того, чтобы успевать делать плановые работы во время технологического простоя. Чтобы не, если мы выводим машину на ПП, мы ее не выводим на 2-3 дня, мы разбиваем эти работы и стараемся все сделать именно в технологический простой. Задачи системные, которые мы смогли устранить, какие нет. Задачи, какие сейчас реализованы, какие нет. То есть, в целом, к 2017 году, я думаю, что в мае у нас следующая точка принятия решения, в мае мы должны будем получить добро на тираж. Но, в принципе, тираж я планирую делать фактически собственными силами. Центр компетенции у нас создан как и в холдинге, так и на месте, достаточно неплохой. Плюс точно привлекать тех людей, которые работали на проекте. То есть, делает на самом деле проект не компания, делают люди. И, соответственно, мне гораздо дешевле купить этих людей по временному контракту на полгода, чем покупать услуги компании по стоимости 1000, грубо говоря, часов. Происходит, сколько там, 50 тысяч рублей в месяц, 30 тысяч рублей в месяц. В день. Да. Поэтому лучше хороших специалистов прикупить за 200 тысяч рублей в месяц, я ему буду платить, но он будет на меня работать без каких-то вопросов. Устранили системные проблемы, я считаю, достаточно серьезные. Это отсутствие по объектному учету, то есть система ERP, которая работала, у нее был учет по МВЗ. МВЗ являлся участком. В участке 4-5 единиц оборудования. Сколько у меня стоят затраты на каждую единицу, я раньше не знал, сейчас знаю. Функциональный бюджет ремонта и ТО был разделен. То есть был ремонт и содержание. А на содержание падало все, в том числе и ветошь, и СИЗы и так далее. Что там из этого содержания относится к ТО, а что относится не к ТО, вот теперь я знаю, раньше не знал. При этом были всегда махинации, если они видят, что у них лимит по бюджету ремонтов уходит в сторону, они просто бухгалтерия дадут документы, где напишут, что это содержание. И раньше различить это было нельзя. Сейчас это все в первичке, но как бы в системе тип работ равен тому, что будет написано на печатном акте, который сдаем бухгалтерию. Целевая архитектура интеграционного решения, которая была прописана в ТЗ, я вот эту картинку детально не буду комментировать, то есть это была как целевая система, потому что мы сейчас пришли к тому, что нам госкорпорации говорили, что у вас АКСАП не целевая, но ее надо сносить. Сначала нам долго пытались САП навялить, потом мы сказали, хорошо, только сделайте эти расходы вменяемыми, чтобы мы за них не отвечали. Госкорпорация подумала, сказала, ладно, бог с вами, пусть у вас будет 1С. То есть, опять-таки, тоже деньги на внедрение, пока их тоже нам никто не дает. И в любом случае, целевая система, целевая архитектура, она будет меняться. Рабочие задания, сбор затрат на момент закрытия РЗ. Изначально в ТЗ мы считали, что мы не будем сдавать бухгалтерии никакой первички, что вся интеграция пройдет автоматом. Но, по сути дела, это же не сложно, потому что мы знаем, к какому участку относится машина, соответственно, участок привязан. Участок привязан к соответствующему МВЗ, месту возникновения затрат. Так, не могу захватить. Соответственно, тип рабочего задания, что это? ТО, либо это работа по инвестиционному проекту, либо это работа по ремонту, восстановлению идет на продукт выпуска, так называемый, то есть соответственно статью бюджета. Что будет это содержание, либо ремонт. Так, сама поехала. Поэтому, в принципе, интеграционное решение было прописано в ТЗ, но наша бухгалтерия, вот оно примерно таким образом было прописано, сказала, что нет, ребята, мы хотим, во-первых, они побоялись, что сразу сократятся штатные единицы, потому что тогда, 2014 год, шло очень жесткое сокращение. Во-вторых, было аргументировано, да что вот там ваши слесаря напишут, там ваши механики, да мы потом не разберемся, это ни в коем случае.
Ну, я, конечно, с трудом представляю себе бухгалтера, который может определить по сути работы, относится это к содержанию, либо к ремонту. В общем-то, они никогда этим не занимались, сейчас не занимались, но убедили. Вот. Поэтому было принято решение, что мы просто печатаем из системы отчеты, которые идут в бухгалтерию в АТИС, а те уже просто с отчетов ручками вносят данных. Ну, зачислили свое, боролись, победили. Молодцы, хорошо. Значит, следующие итерации по тиражированию, мы все-таки их победим все равно. А, да, кстати, во время проекта сменился финансовый директор и главный бухгалтер. Ну, по-другому бы проект у меня не получился. Не холдинг, а дизайн. Ну, в общем-то, все. Большое спасибо. Извиняюсь за чрезмерное время. Эмоциональный и краткий доклад. Вопросы, коллеги? Горняки и Владимир. Я правильно понял? Бюджетный ремонт 1 700 000 с учетом фонда. Миллиард 700 000. Нет, это... Вот там я тебе показывал, там 1 700 000 – это бюджет ремонтов и содержания. С учетом ФОД, ремонтного персонала. Да, а сколько количество ремонтного персонала? Ну, после сокращения сейчас осталось около 900 человек. Uh-huh. Это ремонтный персонал только рудников. И ГМЗ сейчас не в объеме. Скажите, пожалуйста, а в СРМ что вы делаете? В СРМ? Там у вас было СРМ. САП СРМ, но это единый корпоративный стандарт госкорпорации, поэтому все закупки размещаются на едином портале через САП СРМ. То есть они собираются сейчас в WhatsApp, потом отдел закупок их просто ручками прибивает в САП СРМ. Сейчас вроде как сделали интеграцию, но это как бы не моя функциональность, я там детали не знаю, по-моему, сделали. Как эксперты мотивированы? Эксперты это про меня? Которые оценивают, ну, по твоей матрице, ну, там, красный, желтый, зеленый, оценка состояния оборудования. Как они мотивированы? Своей зарплаты. Ну, если он напишет, например, зеленый, а на самом деле красный. Ну, у него откажет, он механик участка, кому им потом по голове дадут. Вот если он у него красный, он напишет зеленый, вернее, если у него зеленый, напишет красный, чтобы получить денег. Ну, да. Вот тут действительно, тут есть, как я уже сказал, фактор того, что могут меня нагреть, потому что если есть формула расчета, все было проще. Но когда формула расчета, я уже сказал, мне бы лет 10 пришлось внедрять. Поэтому, ну, верить людям надо тоже. Иногда. Спасибо большое, Алексей.